То есть то, что вы говорите, то, что любую минуту сейчас, конечно, может быть, нам не нужно много долго ждать. Ну, похоже, что у вас сейчас посетитель. Что нам делать? Может, вернуться позже? А? Ну, судя по форме, вы... А, я вижу лорда Зьюзиса с вами тоже. Добро пожаловать в наш магазин. Вы пришли сюда касательно вашего нашего запроса. Да, но я бы попросил, чтобы вы не относились ко мне, к нам по-особенному из-за меня. Если мы пришли в неудобное время, то мы можем вернуться чуть позже. Нет-нет, как раз наоборот. Мы как раз обсуждали вас. Ну, хорошо. Если вы обсуждали нас, это значит... Ну, конечно, позвольте мне объяснить. Это Бэнгт, турист в данный момент, стоящийся в Бериарде. Он как раз ответственный за тот запрос, который я решил вам выдать. Видите ли, я хочу скоро жениться в ближайшем будущем. Я пришел сюда, чтобы спросить по поводу создания свадебного кольца. Мастера Бериарда известны за их умение с обработкой драгоценных камней, поэтому это был идеальным выбором. Похоже, что вы серьезный путь проделали в поисках идеального кольца. Чудесная ароматическая вещь, не так ли? Конечно. Эмма любит такое, мы знаем, да. Мы заметили. Не стоит отрицать качество драгоценных камней, которые здесь можно произвести, но... Они не дешевы. И это правда, к сожалению. Купить один из местных драгоценных камней на мой доход не очень-то возможно. А тем более кольцо из Септия, которое является под вопросом сейчас. Я быстро осознал, насколько импульсивен я был и практически сдался, но затем я проскультировался с Бруком здесь, о том, есть ли у меня хоть какие-то шансы найти хорошую сделку, и он дал мне действительно хорошую идею. Откинул хорошую идею, а? Верно. Ценный камень может быть за пределами нашего бюджета, но есть камни, которые настолько же прекрасны, как и при этом намного более дешевые. Полудрагоценные камни, если можно так назвать. Ну, я думаю, что название так само себя объясняет. Я предложил, чтобы ему, чтобы мы сделали кольцо, используя этот подобный. В частности, мы использовали камень под названием Слеза Дриады. Мне такой камень неизвестен. Потому что я слышал о нем. Он сделан из очень... Из древесной смолы конкретного дерева, который затвердевает как камень после того, как его... Он был оказался на открытом воздухе долгое время. У него есть полупрозрачное сияние, и люди сравнивают его с Септием из-за этого. Да-да, все правильно, я удивлен, что вы так много знаете о нем. Полагаю, что ты хорошо знаешь драгоценностях, да? Ну, это же Эмма, в конце концов. Это просто мой личный интерес, не обращайте внимания. В принципе, немножко заметно по... О, тихо. Вот. Тому, что ты носишь некую ожерельку. Значит, это означает, что причина, которая позвала нас сюда... Да, мне понятно, что вы забрали, собрали одну из этих слез для моего клиента. К счастью для вас, множество деревьев, где можно добыть эти драгоценные камни, растут на северном шоссе Кройцена. Хоть он и считается полудрагоценным камнем, он все еще довольно редкий. Поэтому найти его такой, возможно, будет не самым простым заданием. Я полагаю, что мы просто будем искать его постепенно. May not be the challenge your friend here has made it out to be now. Возможно, это самое испытание, которое наш дорогой друг решил для вас сделать, знаете ли. А? Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! А что вы здесь делаете, молодой человек? Можно поинтересоваться? Слеза невинной древесной нимфы, которую вы ищете. Лесной нимф, точнее. Как бы вы сказали, если бы я сказал... Как бы вы ответили, если бы я сказал, что я видел одну такую своими глазами несколько мгновений назад? Этот человек. Ты знаешь его, Йосис? Я не могу сказать, что я когда-либо с ним встречался.
Прошу прощения, как ужасно невежливо с моей стороны не представиться, прежде чем начать разговор. Меня зовут барон Блю Бланк, и для меня действительно честь познакомиться с вами. Ребят, хватайте его, пока он не ушел. Серьезно. Одно ха-ха, пропустил, да, прошу прощения. Я слишком увлекся тем, что мы наконец-то встретились за Блю Бланком спустя столько времени. Я скучал по нему даже. От картин, скульптур и величайших произведений искусства до наиболее деликатно созданных произведений ремесла. Я почитатель и любитель красоты ремесленничества и произведений искусства во всех своих формах. Блю Бланк — это главный гладиатор ха-ха в игре? Понятно. Даже менее главный, чем... Даже более главный, чем Эллиот? Понятно. Похоже, он немного эксцентричный. Ну, хватит обо мне. Я слышал, что вы ищете слезу Дриады. Да, это так. Вы говорили, что видели одну не так давно. Вы уверены? Моя дорогая леди, я бы никогда не мечтал... Я бы никогда бы не подумал врать о вещах, связанных... О чем-то, связанном с красотой. Я действительно видел свет, который вы ищете на Северном шоссе, в этом я точно уверен. Извини, я должен признаться, что мое знание этой области не настолько велико, чтобы я мог поделиться конкретным местоположением. Хотя, возможно, так оно и будет. В конце концов, яркий свет имеет истинное значение только для того, кто готов схватить его обеими руками. Вы же не хотите сказать... Манера речи этого парня немножко раздражает. Хм. Как и содержание его слов. А, да ладно, ладно, давайте выслушаем его. Не то чтобы у нас был выбор, да, с другой стороны. Ладно. Мы определенно благодарны за информацию. А можно спросить, почему вы нам это рассказываете? Возможно... It's the spirit of inquisitiveness that drives you to seek beauty mere mirror cannot buy. Возможно, это дух inquisitiveness. Сейчас я быстренько ха-ха запишу, пока не забыл. Inquisitiveness. Любознательность, да? Возможно, это дух любознательности, который ведет вас в поисках красоты, которую не купишь за миру. Не за никакие деньги, точнее, да. Это так трогательно для меня, что я, будучи очень щедрым человеком, решил протянуть вам оливковую ветвь. Это достаточно убедительная причина для вас? Наверное. Ну, мы узнаем вскоре, говорит вам правду. Да, нам нужно начать наши поиски, мы можем... последовать по этой зацепке, какую бы ни конкретно она ни была, или полностью игнорировать ее. Я думаю, что наши шансы будут равны в любом случае. Мы пока что пойдем. Надеюсь, что вы дождетесь нас и слезы Дриады. Удачи. Я очень ценю это. Удачи вам. Спасибо, Блю Бланк. Спасибо. Так, тут хорошего... Ох, вау, сколько статусов хороших защищает. Прикольно. Но не более того, да. The answer you seek lies on the Northern Highway. Go, behold the innocent Moonbeam's tear with your own eyes. Ну что, нам за город в любом случае нужно... Короче, теоретически у нас есть вариант еще бабла нафармить вот таким макаром, да, через Эмму. Она, конечно, будет делать не такие классные блюда, как Эллиот, но тем не менее. Ярошко, онегайшимас.
Лучше, чем ничего. Хотя шансы не очень, да, большие будут, учитывая то, что она умеет готовить еще обычные омлеты, которые мне будут влетать, наоборот, в копеечку. Значит, попробуем в любом случае, почему бы и нет. Нормально, нормально. Профитно. Слабо, но профитно. Не даст, это фантастично сойдет. Хотя что-нибудь сказали, что не очень сойдет. Ну, все равно профит, но не сильно. Наверное, не стоит того, конечно. Да что, обойдемся без бабла пока что. Ладно, черт с вами. Лучше пофармим мобью, так будет поинтереснее будет. Так, это к каньону дорога, да? Она уже, наверное, в Crossing Highway, я так понимаю. Для начала, да? Тут много всего, смотри, да? Правда, не особо нас куда пустят. О, знакомые змеюки, вы были в Кроссболе, я вас помню. Трэп. Я не помню, это редкий монстр здесь или нет. Нет, он будет чуть позже. Понял. Слабенько. Не было совсем ничего с маком, но я понимаю, да. И дару. Ава, вау. Икимас.
Тихо, там было, была возможность за двоих зацепить. О, красиво. Макасэ тэкурэ. Макасэру гай. Зоуса мо най ренчу да. Мне все равно взять фишку пока что. Он пока так сойдет. Попробуем такую группу еще побегать. Просто дали за ранг. А нам что-то давали? Я не помню уже. Сильвер Торн есть. Его гораздо выдать тебе. Мне нужен это время на кварц. Кварц это был. А, Septim Vein, да, это он же получается. Да, мне давали... Да, Марик, ты прав, Septim Vein это было, все правильно. Ну, игра с Юсиса, так что норм. Я понимаю, что он не влияет на кого, кого он есть, главное, чтобы он был. Фига, как дорого-то. И площадь применения не очень большая, смотрю. Давайте в анимацию посмотрим, тебе ради интереса ради. Акс, кто? Най! Хай! Бок но банда, на! Я! Пафосная анимация мне нравится. Прикольно. Хай! Бок но банда, на! Он дает, сейчас скажу, что он. Дай я быстренько свою менюшку покажу. Увеличивает количество сэппета, которое падает с врагов. О, озеро. Выглядит очень мило. Больше на пруд похоже, чем на озеро, ну ладно. Сэппет отлично. Пойдет.
А там что-то связано с сюжетом, туда пока что не пойду. Ладно. Со скипетром, да без проблем. Ну, посмотрим, Америк, посмотрим. Может быть, действительно будет что-то полезное от этого. Я не против. Стоит меня. Бега ты шустрая. О май. Нормально. Икимас. Макасете куре. Оре но банда на. А, не туда. Макасете куре. Неважно. Оре но банда на. Да серьезно. Ой-ой-ой. Ладно, там был ангел, он, конечно, нас спас, но, блин, это было очень некруто. Боку но банда на. Макасету гай. Оре но банда на. Мне очень, я, кстати, понимаю, что мне очень не хватает сейчас Эллиота с его крафтом на хил. Было очень удобно. Правда, у меня теперь есть кварц хил, поэтому, в принципе, за пределами боя у меня более-менее все схвачено, но тем не менее. Мост? Мост Саар. За его пределами находится граница нашего обучения. Да, дальше пойдем дальше, то. Пойдем дальше, то попадем в Кельдик, нам туда не нужно. Ну, что-то новенькое. Маз-маз-да-на. Ууу, найс. То есть не автоматически сообщает, потому что ранг повысился. Круто. Круто. Маз-маз-да-на. Что-то родом мало на стриме мало сегодня, еще и тихий чат какой-то. Даже как-то грустно. Мобью регенится? А, ну да, я же... Топ, нет, а почему она регенилась-то? Ладно. Батлскоуп пойдет. Хо!
Утакара митке. Я вижу сокровище. Сай! Йоши, сассато оварасерзо. Оре но бан да на. Има да, соко да. Макасеру га и. Акс. А. Ватасу но бан десу не. О, петрифай пойдет. Има дес. Уратта. Рикюрия. Хорошая штука. Мне же не бесит за такие места система заклинания, она такая тупая по сравнению с тем, что было раньше. Хочешь заклинание, просто вставь его в Ормунд. Блин, ну типа зачем? Вообще неинтересно. А, понятно, Некий, спасибо, что сказал. Я как бы раньше замечал, что мобы регенерились, но единственное, не замечал, чтобы они регенерились в Кельдике. Ой, это еще что такое? А, это редкий моб. Вот здесь тоже может появиться, оказывается. Ну, будем знать. А? Все, минус мана. О, Шивочка, спасибо. За 100 боев, скорее всего, да? Да, за 100 побед даже. Потом здесь даже вопрос за эти появится. Ну, понятно, да. Не очень круто, конечно. Что поделать? А это зачем? Просто так? Ладно. Красиво. Я бы сказал, что это оно. Ну хорошо, давайте попробуем, сможем ли мы достать это, не повредив. Он прям такой прозрачный. Цвет определенно можно сравнить с септием, как говорят слухи. Да, я уверен, что это, что я задумал, очень прекрасное кольцо. Не могу дождаться увидеть выражение лица Банкта, когда мы покажем его ему. Ахашечка, отлично. 180-я, замечательно. Хотя это значит, что барон говорил правду. Да. И мы все еще не знаем, почему он нам так это сказал. Но нет нужды переживать об этом сейчас. Мы получили, что хотели. Ага, время, пора идти. Хм. Давайте отдадим это банк в таком случае. И все? В этом весь квест? Точно? Подозрительно как-то. Да нет, нормально. Бонуса хапи даже ни за что не дают. Интересно. Ну окей. Ох, нифига себе. Это еще что такое? Здравствуйте. Эмблема провинции кроется, не так ли?
Они из провинциальной, они известной армии. Подозреваю, что это члены отряда, расположенного в Кельдике. Вероятнее всего, они должны встретиться с основным отрядом в Бериарде. Ну, там есть смысл. Я раньше таких, машин раньше не видел, правда. По Сэмюэлю Рейнфорда, легко бронированные транспорты, судя по тому, судя по всему. Для танка им, конечно, не хватает огневой мощи, но маневренность все решает. Должно быть, они немало денег на это потратили. Ты определенно много знаешь о них, Фи. Полагаю, так. Неважно, у нас нет причин ждать здесь, нужно вернуться в Бериард. Да, ты прав. Давайте читаем все квесты сразу. А, вы вернулись? Что-то не так? Ну, не могли бы дать нам вещь? Конечно, вот. Спасибо. Что за... Почему у вас заняло так много времени? Если у вас есть то, что я просил, то поторопитесь, дайте ее мне. Да, конечно, немедленно. Что происходит? Честно, у нас нет... Мы не можем ждать здесь весь день. Поэтому вы, простолюдины, никогда ничего не достигаете в своей жизни. Вот. Слеза отряда была дарована герцогу. Так вот, как она выглядит. Могу подтвердить, что это подлинная слеза... Ой, господи, слеза Дриады. Полагаю, это будет нелегко, но это не более чем просто окаменелая смола. Поэтому вы сможете потребить ее, не беспокоясь. Потребить? Я ведь неправильно это услышал, наверное. Ну хорошо. Что? Серьезно? Что вы делаете? Не, Нора, воду. Да, мой господин. Ублюдок. Почему это произошло? Какого черта вы думаете вы, Макиас? Эй, ты, простолюдин. Следи за своим языком, когда горишь, подращаешься к кому-то, кто выше по рангу, чем ты. Я... Чёрт, плохо дело. Я должен быть щедр и... Прощу вас на этот раз. Но в будущем вам лучше следить за своими манерами. Если вы хотите разозлить меня, то... Ваша жизнь быстро закончится. Очень быстро, на самом деле. Я думаю, что это вам стоит следить за своими манерами. Что это было? Лорд Юсис? Что вы делаете в таком месте? Вас это не должно касаться. Однако мы... Однако нам стоило серьезных усилий найти слезу Тиары для того человека, который стоит вон там. Слезу Дриады, прошу прощения. И мне очень интересно, что именно заставило вас просто сожрать ее. Ну, лорд Юсис, я купил этот камень у него. Легально. Я ничего неподобающего не сделал. То, что говорит этот человек, правда. Да. Он согласился дать мне сумму денег, определенную в обмен на слезу. Видите? Этот камень был моей собственностью. Означает, что я мог делать им все, что пожелаю. Ладно. Но зачем вы решили съесть его? Слеза Адриады используется в восточной народной медицине, так как считается, что она обладает некоторыми полезными свойствами. Народная медицина? Известная альтернатива медицины, практикуемая в восточных землях. И что же за полезные свойства? Помогает пищеварению, по большей части. Но есть и те, кто верят, что это же... Предотвращает старение? Хм. Очень нелепо. Ну, как бы там ни было, но это моя прерогатива, и теперь, когда дело сделано, у меня нет причин оставаться здесь. Лорд Юсис, если вы позволите... Ладно, просто уйдите. Я очень благодарен.
Прошу прощения в таком случае. Простите, пожалуйста. Мне очень жаль, что я устроил сцену. Как и обычно, не можешь сдерживаться, я понял. Некоторые вещи никогда не меняются. Да нет, это мне нужно извиниться. Прошу прощения, что заставил вас смотреть это, наблюдать за этим, не потрудившись все объяснить заранее. Особенно после всего того, что вы сделали для меня. Так это правда? Он действительно купил ее у вас? А, да, это полностью все правда. Все было оговорено. Хотя, честно говоря, учитывая то, что он аристократ, при этом еще и граф, едва ли могу отказать. Ситуация, может быть, изменится к лучшему в Хеймдале. Но отношения со стороны тех, кто более высокого ранга, это реальность в областях, где влияние канцлера недостижимо. Я думал, что так оно и может быть. Что касается кольца, то я собираюсь использовать деньги, которые дал мне граф, чтобы купить одно местное кольцо. Мне правда очень жаль, что осталось пройти через это. Мне нужно вернуться обратно на станцию, не хочу пропустить поезд. Удачи вам, ребят. Если проблема решена, то все хорошо? Ха. Я наблюдал, мне было любопытно, как может разрешиться эта драма. Она хахашечка, замечательно. Но тем не менее, все, что я увидел, это фарс. Как долго он там был? Я слышал от этого прекрасного джентльмена, который работает в этом месте, что вы студенты здесь для полевых испытаний, разве нет? Надеюсь, что вы простите меня за мою фразу, но я верю, что именно подобные неудачи в жизни помогают нам поистине ощутить себя живыми. Это комедия ошибок, может быть, и была неприятной, чтобы наблюдать за ней, но ваши усилия против несправедливости дух захватывает. Прошу прощения. Впрочем, неважно. Я должен попрощаться с вами, потому что мои поиски никогда не могут прекращаться. Ведь истинная красота обязательно где-то сокрыта. Я молюсь, что у нас будет возможность встретиться вновь. А до тех пор, удачи вам, студентики. Всего хорошего. Да. И что это все было вообще такое? Я думаю, что он просто пытался tell us not to let it go to us, maybe. Может быть, пытался нас каким-то образом успокоить, возможно. Мы все еще не знаем, почему он нам вообще помог. Так а что с запросом? Хороший вопрос. Камень и осталось, чтобы сделать кольцо. Значит, для этого, чтобы мы провалились? Нет, вы сделали именно то, что вас просили. К сожалению, вещи кончились таким образом, но это не ваша вина. Потом, пожалуйста, примите свою награду. Но это... Я понимаю, что вы должны быть чувствовать, но вы сделали именно то, что вас просили. Вы заслужили не меньшего, чем награду, которую вам обещалось. Я должен настаивать на этом. Хорошо, спасибо. И что это дает? Ну, я догадываюсь. И рекью на все поле боли действует? Фига себе, кто бы мог подумать. Ага, дает фортуну и увеличивает шанс дропа вещей в бою. Ну, в принципе, это полезно, может быть. Можно даже тебе выдать на самом деле. Вроде не будет Dark Matter, не то чтобы я им сильно часто пользовался. Все начало того, что стоит, это как паровоз, блин. Так, теперь нам нужно, получается, Aurochs Canyon Path посетить. Если я бы где-нибудь отрегенился бы в идеале. Мне нравится, как выглядит этот город, так красиво. Кибо ва Тейто но хоу га харука ни уэ да га на.
Может быть и так, но по масштабу с Хеймдалем не сравнится. Нафига нам Хеймдаль? Вроде сейчас не в нем. Так, ладно. Ну, может быть, отдохнуть здесь можно, и нам ведь на халяву не дадут отдохнуть, да, только за деньги. Блин, так-то дорого, но зато CP все... А, ну хотя CP, наверное, не так максимально у всех. Можно и здесь отдохнуть, в принципе. Что мне, кстати, по сепи-то? Ну, не очень много. Блин, напрягает меня ситуация с маной, если честно, что она не регенец за левелап. Полата, как по мне. Может, вообще фи воспользоваться на самом деле вместо Юсиса. Потому что магия довольно дорого обходится, а Юсис физ атаки не очень хорошо умеет, к сожалению. А южик у меня новых нет, разумеется, да? Да. Ну ладно, черт с вами. Она меня тоже ведь не пустит, да? Не пустит. Да, не пустит. Ну ладно.